Всем доброго времени суток. Сегодня я хотел сделать маленький обзор по готовой модели по роботу. И возник вопрос, как его красиво подать. Хочу показать вам, что я для этого приспособил. Вот такая вот. Расскажу, из чего я ее сделал. У меня было 2 часов нерабочих, то есть получается вот одни, вот вторые. Что было сделано? Было заказано 2 подшипничка. Просил ребят знакомых слесарей сделать. 2 подшипника приварено к пластинке металлической, видите, и отверстие под крепление. Значит, нижняя подставочка, часы, 1 подшипник, верхняя подставочка, еще 1 подшипник. Трубки в наличии нужного диаметра, к сожалению, не оказалось, пришлось использовать подручные материалы. Пластиковая коробочка из-под доктора Мома. Ну это так. Значит, смотрите. Обои. Стекло родное из часов. Здесь уже нет его. Здесь просто нижняя часть. Значит, стекло, обои, можно любые. Можно любую поверхность, которая вам понравится. Фанерная дощечка под размер стекла. Родная коробочка с часов, она выпилена для того, чтобы посадочное место одни часы были справились, и как бы оно было не слишком высоко. Вот. Таким вот образом прикрепил. Смотрите, по-моему, достаточно неплохо. Грубо говоря, таким вот образом поставил модель, и можно ее спокойно крутить, вертеть, показывать, фотографировать, все, что вам понравится с ней делать. Можно, конечно, купить заводскую, я бы и рекомендовал заводскую, но на сегодняшний момент я покажу вот такой вот лайфхак. Всем хорошего вечера, или ночи, или дня. Удачи!